Наш рождественский стол. Мы будем сейчас отмечать Рождество. Сейчас рождественский сочельник. У нас на столе ровно 12 блюд. Обязательно должны присутствовать на столе. Фрукты, конфеты. Наверное, не блюдо это. Тоже конфеты, драже, хлеб, бигос, капуста тушеная с картофелем, рис, вот порционный, это рис отварной и куриные крылышки, чай, кутя, рис пропаренный с вишневым компотом. Я сама его делала осенью. Вишня, вишневый компот и драже и сироп. Вот такая кутя. Торт я делала Монмаренси рождественский. Палочки. Печенье такое. Картофель запеченный. Крылышки. Свекла с чесночком и с орешками. Салат Йорошкара. Соус с крылышком. Даже кусочки. Рис и чай. Вот такой у нас рождественский стол. Будем сейчас кушать. Да, Джей? Будем кушать. Такая красота взяла меня. Всем доброго утра. У нас всю ночь шел снег. Нападал снега. Буду печь хлеб. Делаю опару. Ну, опарным способом буду делать. Не мешаешь ты, все нормально. Так, налила 400 миллилитров воды и 10 грамм, здесь, наверное, не 10, здесь 11 грамм дрожжей. Теплая вода, дрожжи. Так, надо добавить еще, я забываю, всегда смотрю, на 1 килограмм муки 400 миллилитров воды, 10 грамм дрожжей, 1 столовая ложка соли и 2 столовых ложки сахара. И четверть стакана растительного масла. Ну, сейчас я делаю опару, в теплую воду добавляю сухие дрожжи, сахар, соль и оставляю минут на 15-20, чтобы опара поднялась. Потом буду замешивать хлеб. Опара поднялась уже вот такая вот. Теперь надо просеять килограмм муки. Я уже 400 просеяла и еще надо будет 600. И добавить 8 столовых ложек растительного масла. Сначала замешивать надо ложкой постепенно вот так. Потом, когда тесто уже будет крутым, надо будет руками. Уже добавила 6 столовых ложек растительного масла. Ну, при замесе надо будет руки поливать растительным маслом, чтобы сформировать шарик. Ну, все, уже трудно ложкой мешать, поэтому сейчас буду мешать руками. Чтобы тесто получилось, надо все брать, как указано, ни больше, ни меньше. Когда оно легко замешивается. Пока замешивается, еще вот так вот сразу формируется. Сразу вот видите, как формируется оно. Одной рукой. Также я и одной рукой, и одно мешаю, а другой держу мисочку. А сейчас я держу камеру в руке. Так. Получится одна большая булка и одна средняя такая. Ну,
как раз две булки будет. На килограмм муки может получиться две. Две больших и одна маленькая. Какие формы возьму? У меня только одна стандартная. Остальная такая под выпечку рулета. Ну все, сейчас можно еще добавить растительного масла, чтобы это сформировать колобок. И поставить, подниматься. Первый раз надо будет заместить это, взбить его, но поднимется, взбить. И потом второй раз поднимется, и надо будет выпекать. Ну, где-то час-полтора, где-то так, два часа будет подниматься. Теплое место поставить. Сейчас буду масло еще налью. Вот, масло немножко. Еще потом форму надо будет смазать. И верхушку. Тогда их не обеспечу. Ну, вот оно хорошо замешивается. И в теплое место на два часа. Из двух часов потом он где-то через 40 минут или через час подымется. Надо будет его снова вымесить. Вот хорошо формируется. Миску смазываем маслом. Стеночки и дно. Сформировала уже вот такой колобок. Укладываем. И накрываем ситцевым полотенчиком. Не теплым, никаким не этим. Такой ситцевый легкий полотенчик. И ставим в теплое место для поднятия. Где-то на час-полтора. Он поднимется, потом надо будет еще раз обмять. И уже после второго раза печь. Можно в духовку убрать. В духовке тепло. Тесто уже подошло второй раз. Вот такое вот оно. Эластичное, хорошенькое. Вкусно пахнущее. Сейчас я его снова накрою. Подготовлю стол. Сейчас намажу его растительным маслом. Здесь. И я подготовила формы. Дополнительный свет включить. Здесь подготовила три формы. Одна классическая для хлеба. Одна такая вот для выпечки рулетов. Ну, она также и для выпечки хлеба можно. И вот такую новую, которую я купила себе в подарок на Новый год. Такие там то ли три, то ли четыре формы. Диаметр здесь, по-моему, 16 сантиметров, смазала бока и дно. И здесь тоже бока смазала. Так, и надо мне протереть стол. Протереть сначала надо, потому что могут быть ниточки всякие, ну, какой-нибудь посторонний мусор, зачем он нужен. И я, получается, наливаю масло на стол. Смазываю его растительным маслом. Хорошо. Что я буду раскатывать сейчас тесто. Дочь, достань мне, пожалуйста, эту скалку отсюда, с диванчика. Вот, и сейчас скалку еще забыла достать. Сейчас буду раскатывать. Вот, именно надо стол обязательно смазывать растительным маслом. Вот сюда. И буду брать тесто. И формировать его. Надо раскатывать и три слоя складывать, чтобы оно потом такое было эластичное, хорошее. Я уже показывала, как я делаю на канале, у меня есть. Но сейчас я сформирую все и положу форму. Получается, раскатала первый раз, и я сейчас буду напополам его складывать. Получается, надо раскатывать. Ну, тонко, но не до такого состояния, чтобы оно там светилось, можно сказать, чтобы видно. Без фанатизма раскатывать. И сейчас я буду аккуратненько все вот это убирать. И складывать его напополам. И потом вот это напополам еще раз раскатаю в прямоугольник или в квадрат. Ну, посмотрю сейчас, сколько вот
Ага, он получается прямоугольник будет. И этот прямоугольник рулетом надо складывать. Потом покажу, как это делать. Все, я сложила напополам. Теперь надо сделать так, чтобы оно было половинчатое. О, голова. Погодные условия эти меняются. Днем тепло, а на ночь мороз. Меня весь день беспокоит головная боль. Ну, вот так вот я, получается, так делаю. И теперь надо его в ширину, потому что форма, она немножко другая, немножко вытянутая. Вот. И сейчас я еще скатаю и сложу напополам и буду сворачивать рулетом. Все, я свернула рулетом. Такая небольшая колбаска. Не пугайтесь, он потом в процессе поднимется. Бока надо обязательно защипнуть. Можно сказать, в такой кулечек их свернуть. Все. И вот так подвернуть его туда под низ. И с этой стороны точно так же сделать вот так. Кулечек такой. И подвернуть потом. И потом уложить ее форму. Получилось ровно на две формы. Я не стала надрезы делать, а сделала вот такие. Как фокаччо делаешь. И вот так пальцами. Она такая испечется, что квадратная, что да, что вот прямоугольный, что вот круглый. А хорошо вылезет на поверхность. Сейчас я полью еще растительное масло и смажу и посыплю кунжутом. Посмотрю сейчас, какой у меня там есть, или белый, или черный. Вот это немножко не получилось, потому что изначально я ее была раскатала, а потом мне осталось маленький кусочек теста, мне пришлось ее снова брать, снова раскатывать, чтобы этот кусочек туда воткнуть. Так, сейчас посмотрим, какой у меня есть кружок белый. Кружок чуть-чуть. Совсем чуть-чуть его. Завтра надо будет купить. Там выписала Wildberries форму для вареников. Ну, много там выписала нужных. Нужного. Все, что нужно мне. Вот форма для вареников пришла. Такая печать. Остальные там выписывала конвектор электрический. Так. Сейчас посмотрим. Еще есть переноску электрическую. Я выписывала тоже. Не, больше нет у меня ничего. Все-таки специи, все это кориандр, мин, вот мин есть, может мином посыпать. Нет, не будут мином посыпать, там мак еще есть. И может мак, нет, маком не буду. Вот так будет, без посыпки. Вот так вот. Ну тут маленечко нападало, здесь чуть побольше. Так, духовку я уже поставила, здесь на расстойке стояла. Сейчас поставлю туда где-то на 80 градусов сначала, а потом я прибавлю до 200. Ой, голова болит сильно. Получается вот такой вот испеклось две булочки хлеба. Вот маленечко вылез, но ничего страшного, не критично. Вот. То есть такой круглый и такой прямоугольный. Сейчас я опущу еще вниз, смажу вверх и опущу вниз. Но зубочистка вышла сухая, значит, все нормально. Еще вниз опущу духовки. И делаю куриные ножки в панировочных сухарях. Это сейчас поставлю в духовку. Вот такое донышко.
такие бока. Вот такой каравай получился у нас. Каравай. Ну да, хлебом-то его трудно назвать, да, дочь? Смотри, каравай. А? Стрелишь каравай. Помнишь, как ты из сказки? Каравай, каравай, кого хочешь, выберу. Да, форма хорошая, даже не прилипла. Смотри, даже не прилипла. С чем ты мне так показываешь? Ну как зачем? Затем я снимаю. Ну все, можно ее только просто протереть, даже не мыть не надо. Так, этот хлебушек достаем. Горячо, не горячо? Не горячо. На тарелочку. Угу, так же не прилипло. Вот какой он получился. Такая буханочка. Ну, еще горячий. Пускай остывает. Тоже вот такой вот боковушка у него такая. Аккуратная, хорошая. И такое донышко. Боялась, что не получится. Пришлось 3 раза его складывать. Если не 4. Ну вот тут видно, что как он складывался. Ну ничего, это вообще суперски получилось. Такая красота. Шикардос. Как всегда. День. Как всегда. Шикардос. Кунжут сыпется. Вот такой. Шикардос. Вот какой он рыхлый. Оба-на. Оба-на. Рецепт напишу под видео в описании. Че, кто горбушку будет? А я буду умничать. Мне всегда горбушки не хватает. Такая красота, мягонький. Делала не на молоке, на водичке. Такой аромат вообще. Обычный дрожжевой пшеничный высший сорт хлебушек. Тут еще тепленький. Так, я еще тут, дочь, еще купила вот такую муку. Так, мука из овса. Дочь, помнишь, да? Надо такой тоже испечь. Овсяный хлеб. Будет это сильно смолотая мука. Фирма «Линия жизни», что ли? Мелко написано. Здесь даже описание есть. Но здесь грамм. Если не ошибаюсь. 500 грамм вот тут написано. Такая красота. Всем доброго времени суток. Приветствую вас у себя на канале. Праздники закончились. Все вернулись снова к повседневной жизни. Елочку мы еще не разбираем. Елочка еще у нас стоит. Отметим старый Новый год, там крещение, потом после крещения разберем. А так пока она нас радует. Ну, огоньки не включаем. Устаем каждый день. Что-то забываем про огонечки. Вот сегодня я пересадила олеандр и этот финик. Вот. Так-то я его обрезала, была олеандр. Пересадила, думаю, скорее всего, они друг другу мешают, там, горшочки. Финик посадила в такой маленький, голубенький, а олеандр посадила
такой вот большой только. У меня вот клоксинии собираются цвести. Один, который я когда оторвала было верхушечки, они все, ну, болеют после этого. Здесь пошел в рост вот такой. Ну, главное не заливать, моя болеет. Заливаю я. Декабристы продолжают цвести. Вот такой малиновый будет цвести. Этот персик погрыз, конечно, финик получил люлей. Поэтому я переставила. Вот. Геранечка моя, пеларгония. Ящик у меня сломался в спальне, в гарнитуре надо сделать. Вот, положила, пока не до него. Вот, вот такой у меня цветет красивый декабрист. Он весь в бутонах. Весь в бутонах. Так, трогать, наверное, не будем, потому что отвалится. Ну, я его аккуратненько вам покажу. Посмотрите, какая красота. Очень красивый, такой оригинальный, такая ласточка красивая. И весь в бутонах. Этот чудо снова переставила. Замиакулька у него пошел вот с корня. И вот тот, который был маленький, вот теперь какой подрос. Ему здесь нравится, поэтому я его сюда поставила. Вот, вот такой толстый. Хорошие такие толстые эти штуки. Как они называются? Стебель. Этот у меня что-то непонятно. Я его, скорее всего, залила. У него такие вялые листики. Но я его, он перецветет, я его потом обрежу. И попробую пересадить другой горшок. Ну, как с белым вот было у меня. Белый вот у меня отцвел все. Как с белым было. Видите, он цветет. И у него листики вялые. Скорее всего, я залила. И корень у него залитый. Горшочек, здесь нету дырочки. И некомфортно ему здесь. Но я попробую. Хотя вот этого тоже нету. Но я, видать, я этот редко поливаю. Этот как-то он начинает болеть. Поэтому я потом сделаю как с белым. Постирала утюжка. Вяжу коврик. Я его как-то бросила. Вот этот вот. Ну, будет плед у меня здесь. Остатков у меня пряжи очень много, клубочков буду вязать по кругу, такой будет огромный круглый плед, огромный, настолько хватит у меня клубочков. И вяжу себе кофточку, вот такую кофточку, как жилет на пуговицах будет у меня, на молнии не хочу, у меня на молнии много. И такой вот тоже из остатков пряжи, такой розовый, нежно-розовый, бело-розовый такой вот тоже. И такой цвет карамельно-зеленый такой. Забыла, как называется цвет. Цвет оливок, вот, оливки. Поэтому здесь все выключим. И я хочу сейчас на ужин приготовить драники. Я уже достала комбайн сегодня. Мелкая картошка такая, ну она не мелкая, средняя, всякая разная. Я ее уже почистила лук. Собака у нас заболела опять. Или снова. Вот почистила луковицу, сейчас сюда добавлю и пробью на комбайне. Потому что она мелкая, я буду очень долго, мучительно тереть. У меня еще терка поломалась. Сколько лет, и она вот здесь поломалась. Вот в это место надо заказать на Вилберис точно такую же терку. Она очень давно у меня, еще с квартиры, очень хорошая. Она была такая темная, знаете, я положила ее в кислородный отбеливатель, и она отбелилась, такая беленькая, стала снова как новая. Ну, конечно, только я знаю, что она не новая. Ей лет так 15, можно сказать. Если не 18. Ну, она, видите, отбелилась, и она нормально. Единственное, вот я туго нажала, и вот этот металл вот здесь вот сломался. Поэтому мне немножко неудобно. Вот. Можно было паяльником подпаять, но не хочу. Сломалась. Она недорогая, где-то в пределах 300 рублей. Я, правда, заказала там заказы.
жду, когда еще три придет, но один пришел заказ на Вилберис, заказала, а три еще в пути, поэтому там остальные три придут, потом я заберу. Здесь тоже весь вот такой морковный декабрист. Здесь прохладно на окне, он полностью весь в бутонах, на каждой веточке бутон, бутон, бутон. И здесь цветет вот такой красивый цветок. Кстати, вот этот тоже цветет. Ой, тюль. Вот видите, этот тоже цветет. Этот такой же будет морковного цвета. Здесь прохладно на окне. И он весь цветет, весь цветет. На улице уже темно. Ветер, правда, такой холодный. А здесь цветут тоже. Здесь вот такой цветет. Ну, это тоже морковный такой. Он даже ближе к тому, как тот на том подоконнике в зале цветет. Оранжево-розовый такой. А под баночкой глоксиния дала листики. А этот еще не дал листики. Ну, не дала это еще. А этот дал листики, то есть это отрос. Вот у меня в водичке стоит олеандр, который я обрезала, и отломился листик у того, который я хочу обрезать, декабрист. Эти не цветут, этот отрос, все хорошо. Джейка заболел, ну что, ему уже через месяц будет 9 лет, уже старенький. Да, старенький уже, ты покушал, да? Да, я его в воскресенье помыла опять. Шелковый такой мягкий. Красавчик. Да. Лапки болят, ходить вообще не может. Ладно, всем всего доброго. Пока-пока. Буду делать ужин своим родным. Берегите себя и своих близких. Всем добра, мира. До новых встреч. Пока-пока. Хочу показать, как на комбайне взбилась картошка. Достаточно хорошо, точно так же, как, вот, допустим, на мелкой терке трешь. Такая хорошая масса. Это вот в мисочке. А вот это я перемолола с луком уже и яйцом. Сейчас добавлю муки сюда немножечко. И все, буду сковородочку поставлю, чтобы нагрелось. Буду жарить драники. Лук обязательно надо добавлять, знаете, он придает такой аромат драникам, вкусный такой, и чуть-чуть соды. Соль по вкусу добавлю сейчас, и чуть-чуть соды, чтобы они были пышные, воздушные, а не такие, знаете, как тонкие, как блины. У меня и оладушки я делаю, я добавляю немножко соды тоже. На вот эту массу, здесь получается 2 килограмма картофеля, я добавлю пол чайной ложки соды. Ну, даже можно меньше. Даже меньше. 1/4 часть чайной ложки достаточно будет. Вот буду делать драники. Если у кого есть комбайн, попробуйте. Это достаточно быстро. Что получается 5 минут. И уже все эти 2 килограмма картофеля я пробила. И достаточно хорошая масса получается, мягкие они, никаких тут крупинок, ничего нету. Ну, обычная, как взбивается масса на комбайне. И также лук можно, чтобы потом его не тереть, не плакать на терке. А здесь пробил, и все хорошо. И я буду делать еще на бельгийской вафельнице буду делать морковные вафли. Я уже промыла. Вот морковка у меня в холодильнике лежит, морковочка. Это моя последняя морковка уже. Больше морковки у нас нету. Ну, я последнюю забрала сегодня, свеклу тоже с подвала. Буду делать морковные бельгийские вафельки. Хорошо. У нас вафельница есть. Вот это Китфорд. Сестренка мне подарила. Хорошая. Думала попробовать драники пожарить не. Ну, сейчас попробую парочку сделаю, что получится. Потом вам покажу, что получилось. Получилось классно. Единственный минус
я не смазала вторую часть, вот эту верхнюю. То есть нижняя смазала, а верхнюю не смазала. Я налила в мисочку растительное масло, взяла кисточку. Вот. И смазала нижнюю. Блин, некуда поставить. И смазала только нижнюю часть. Поэтому у меня они прилипли были к верхней. Но надо подольше их подержать. Сейчас надо не открывать. А так, вы знаете, вкусная вот они получилась. Такая бельгийская картофельная вафля. Но я бы сказала, это же как драник. Минимум масла. Но смазать надо обязательно, потому что прилипло. Вот такое вкусненько. Конечно, не такие зажаристые, как на сковородке. Но я попробовала. Нормально. Вкусненько. Они не такие жирные, как драники. Хотя масло, видите, на руках остается. Но вкусно. Вот видите, какая она внутри. То есть у нее верхняя часть и нижняя часть. Я верхнюю хорошо смазала. И вот такие они получились. Драники в вафельнице. Низ еще не подрумянился, видать. Вот еще. Хотя уже можно сказать, что подрумянился. Горячо. Ну вот, видите, какие внизу. Ну, хотя можно подольше подержать, и они будут хрустящие, как вафли. Вот, делаются же вафельницы. Она защелкивается, здесь защелкивается. Вот. Отовсюду идет пар горячий. Здесь вот. Лампочка красная и зеленая. То есть красная это работает, зеленая загорается, когда она греется. Очень хорошая, мне понравилась. Мы еще выписали кофеварку Китфорд. И что-то еще я выписала. Что-то еще. Дочка выписала кофеварку. А я, по-моему, измельчитель выписала. Ну, это фирма хорошая, очень хорошая. Мне нравится. И я бы еще что-нибудь выписала. Вот, поэтому смотрите, фирма хорошая, проверенная. И хорошо все делается. Он еще краше стал, вот этот цветок. Сегодня 11 января. Вот такая красота. У нас пасмурно. Хочу показать, вот как идет снег. Вот, смотрите, видите? Небо какое темно-темно-серое. Ну, камера, конечно, так вот не передает. Темно-серое. Здесь у нас светло-серое небо. А вот оттуда, ну, как бы с река, с московского тракта, там получается московский тракт. Оттуда идет вот такой к нам снежная буря, можно сказать. Передали МЧС, что ветер будет. И метели, снег. Вот к нам придет сегодня. Ночью, наверное, будет снег. Но ближе к вечеру. Тут домик уже построили. Посмотрите-ка, уже там крышу возводят. Вот. Хорошо. Почему окна только сюда на улицу, а вот боковых нету? Было бы красиво окна, если бы было там, где солнце встает и где заходит. Много света бы в доме было. Но почему-то там окон нету. Может, еще сделают. Люди всегда делают как-то странно дома. Вот у этих тоже в основном сюда идут окна. Где солнце встает на закат. Может быть, нет, у них на закат тоже есть эти окна. В этом доме хорошо. В этот дом, скорее всего, купили. Это радует, потому что появляются люди, которые там по ночам делают ремонт в этом доме. Эти соседи вернулись, ездили, скорее всего, на новогодние каникулы куда-то. Я здесь в нашем ауле не одна. Я вчера закидывала снег в теплицу.
Вот, сегодня у меня домашняя травма. Уронила на себя консервную банку собачью. Порезала все пальцы. Все пальцы порезала. Только крови было. Ну, порезала в основном подушечки пальцев. Не могу без происшествий. Не могу. Какое-то наказание. И не картошку почистить, не ужин приготовить нормальный, потому что правая рука, я все правой рукой делаю. Дочь, еще она дрожит, рука. Пересадила сюда же, это вчера говорила, наверное, нет. Сегодня полила этот финик. Но у меня что-то как-то... Это что еще такое? Одна лампочка мигает. Вот и не знаю, чем заняться. Сижу, лежу, сплю. Болевой синдром какой-то. Болевое ощущение очень сильное. Подушечки. Вот в одноклассниках решила чистку сделать. Эти фотографии удаляю. Которые мне не нравятся. Которые вообще непонятно, что как. Зачем и почему. Так сказать, чистку провожу. Ну да ладно. Вот. Всем доброго времени суток. Приветствую вас у себя на канале. Вечер у нас. Знаете, особо нечего снимать. Даже не знаю, что снимать. У меня цветут декабристы. Думаю, я сделаю небольшую передышку. Наверное, до весны, пока там сеять ничего не буду. Поэтому особо снимать нечего. Что там каждый день, чем занимаешься? Даже не знаю, снимать, не снимать. Особо смотрю, просмотров нету. Особо-то комментарии кто-то не пишет. Или после новогодних праздников все устали. Или чего как. Хотя у меня... И особо и не пишут комментарии люди, много подписчиков, но комментарии почему-то не пишете. Ну да ладно. Не хотите писать, ваше дело. Я, может быть, снимать вообще прекращу. Буду снимать только так, по особым случаям, так сказать. Вот. Не будем о грустном. Я делаю вафли морковные сегодня на ужин. Вот. Сделала морковку на комбайне, взбила. И надо просеять муку. Как я буду просеивать, не знаю. У меня травма, рука порезанная вся, заклеена. Надо муку просеять с разрыхлителем. Вот потом взбить яйца. 3 яйца взбить со 150 грамм сахара, молоко добавить 200 грамм и 200 грамм растопленного сливочного масла. Его надо растопить и остудить до комнатной температуры, не горячее. Но я сам процесс напишу под видео в описании и в комментарии в первом. Закрепить его не могу, к сожалению, но он будет первым комментарием, как я буду делать. Морковные бельгийские вафли, они что вафельницы, что вот бельгийской, ну, в электрической вафельнице, ну, я буду с такой бельгийской вафельницы делать. Вот. Вафли сладкие будут. К чаю. Вот сейчас буду делать. Потом все напишу. Да, персик? У нас снова морозы начались. Похолодало. Теплое. Теплые денечки закончились. И зверюшки мои заболели. Правда, только собак. Вот. Ну, буду делать. Все ингредиенты я смешала на комбайне и немножечко муки добавила. Дело в том, что если, допустим, взбить, да, на комбайне там или миксером, тогда он получается как бы жидковатое такое тесто. Больше похоже, знаете, когда
выпечка получится. Такой будет по консистенции, как манник. Вот печете. Хотя я добавила там много ингредиентов. Поэтому муку необходимо для вафель там, да, ну и такое же тесто, как на кекс там, допустим, на бисквит, который вот с этого же теста можно испечь бисквит для пирога морковного или для торта. То есть муку необходимо не взбивать, а перемешать ложкой, перемешивать вверх-вниз вот так. Вот тогда густое должно получиться. И тогда вафельница, если когда испечется вафля, да, она будет пышная такая, ну, пышная, воздушная, а не тонкая, сухая, как блин. Вот. Многие, смотрю, выкладывают видео в ютубе, делают оладьи на кефире. На кефире они оладьи, да, они когда испекутся, они сразу пышные вроде бы. Но потом тесто оседает, конечно, и они становятся тонкие, как блин. Это крайне неприятно. Мне такие не нравятся, потому у меня свое есть тесто на оладьи. Оладьи у меня пышные, и на второй день также остаются, не оседает. Поэтому вот, чтобы хотите, чтобы вафля получилась воздушная и пышная, тесто необходимо перемешать. Ну, до консистенции, до однородной ложкой сверху вниз вот так. Тогда, чтобы, допустим, сверху вниз. Почему снизу вверх? Потому что внизу может быть мука, которая не соединилась с поверхностью. И когда будете печь, она получится комками. Все, я перемешала. Буду сейчас печь. Очень вкусное тесто получилось такое. Очень сладкое. Я уже обрезала. Включила вафельницу, чтобы она нагрелась. Вот она нагревается уже. Сейчас я смажу вверх и низ, чтобы оно потом не прилипло. Она сейчас нагреется. Буду поэтому жарить. Надо еще приготовить блюдо какое-то. Ну и быстренько я помыла комбайн, чтобы его собрать, чтобы он не мешался. Буду делать дальше. Приготовила блюдо для вафель. Налила в пиалку растительное масло и хорошо смазала верхний. Главное смазать хорошо. И беру столовую ложку. И это ничего сложного нет. Берете столовую ложку и выкладываете. Выкладываете. Можно немножечко еще. Можно прижать. Не разровнять. Сколько получится, не знаю. Первый раз морковные делаю. Вот видите, одной ложки мало. Поэтому надо будет еще добавить. Вот так вот сейчас прижму. Прижму. Ничего сложного нету. Ничего бояться не надо. Все прижимаю. Она нагревается. Это уже нагрев. Зеленый горит. А красный максимальный нагрев. У меня, по-моему, вафельница не для бельгийских, тоже Китфорд, по-моему, я не помню, где-то убрана она у меня. Тесто хорошее, достаточно такое густое получилось. Поэтому будем делать. Вот видите, до максимальной температуры нагрелось и выключилось. Вот такие вафли получаются. Вкусные. Моя семья пришла домой на ужин, борщ на ужин и драники я вчера делала. Надо вот выложить их. На завтра я пикус сделала и будут котлетки. Каждый день приходится готовить, но не каждый, через день. Видите, все, кастрюлька пустая, надо будет ее помыть. Борщ сейчас и драники, потом еще на завтра не будет. Рука болит, дочка купила котлетки. Ну, не все буду делать, немножко сделаю. Поэтому вот драники с борщом и к чаю будут такие морковные вафли. В обычной вафельнице они маленькие, а вот в бельгийской они такие крупные, вкусные, хорошие. Так что можно пробовать совсем делать. И к
Вчера я пробовала картофельные, тоже вкусные, но они не десертные, не к чаю, это к чаю. Так что готовьте в удовольствие, все у вас получится. Вкусного, приятного аппетита. У нас такой ветер. Всем здравствуйте. Приветствую вас у себя на канале. У нас, знаете, как в феврале. Ветры, метель, снегопад. Снегопад. Нападало сколько снега. Хотя я вчера подметала, снег вчера убирала. Ну, сейчас такой снежочек тихо идет. А до этого такой ветер был сильный, сильный, сильный ветер был. Эти провода шатает, вот эти вот электрические. Ну, а так видно, что ветер. Ой, что-то не фокусируется. Ветер, конечно, сильный. О, закрой дверь. Вчера сделала такую колбаску, конфетку, колбаску, конфетку. Сходила в гараж, нашла это одеяло. Сделала, потому что дует из-под двери, здесь промерзает дверь. Я клеила здесь, все делала. Но в прошлом году я сюда клеила на дверь такую защиту-то, вот, которую на подоконник, вот здесь, как это называется. С одной стороны поролон, с другой стороны вот такая металлическая штука. Я клеила на дверь, потом посмотрела, что это некрасиво, я ее убрала. Но следы клея остались. Может быть, можно их как-то убрать, но не знаю. И видите, дверь все равно промерзает. Здесь я эту наклеила, потому что там ободрана. Из-за того, что в прошлом году сильно намерзала вот на вот эту дверь. Вот. И эта дверь разбухла. Вот это вот, я посмотрела, это наклеено, под паром что ли наклеено. Оно убирается вот здесь, просто его можно так содрать. А с той стороны, а внутри это ДСП, такой клеенный ДСП. Вот, повесила сюда эту, покрывала это, чтобы, ну, отсюда не дуло, оттуда бы не дуло, хотя по поверхности не дует. Но все-таки как-то удерживает все-таки тепло, что оттуда не идет. И сделала на низ вот такую конфетку-колбаску. Но я потом ее как-то сделаю, будет время, сделаю как котика такого. Ну, зашью другую ткань наверх, сделаю это получше. У меня просто порезаны пальцы, поэтому потом пройдут. Пройдет, я ее сделаю более культурно, так красиво, чтобы был такой длинный котенок, ну и голова с ушками, чтобы красивенько было. Так пока так будет. Вот такие дела. Елочка цветет. Праздничные дни закончились, заняться практически уже нечем. Так-то отдыхали все время. Я снова готовлю кушать, варю супчик. Не отдаляет. Супчик варю. Здесь у меня тоже, смотрите, цветет декабрист. Сейчас я включу. Здесь у меня цветет декабрист вот такой. Уже вот этот перецвел, уже можно его убрать. Вот такой морковный. И вот этот вот тоже зацветает. Красиво. Испарение на окнах. Варю супчик, наверное, буду щи варить. Желтенький такой от морковки. На Новый год делала лук, взбивала на комбайне лук и морковку. Сейчас она оттает, я ее туда на зажарку пущу. А так положила, знаете, и получается от морковки и от лучка вот такой желтенького цвета такого стало приятного. Можно сказать, супчик из гуся. Когда из гуся готовишь, гуся или уточку, ну, варишь там супчик, да, или домашний, из домашней курицы. Он тогда такой бульон насыщенно желтого такого цвета. Вот,
готовится. Надо капусту уже ложить. Здесь у меня тоже вот зацвел вот такой декабрист. Вот такой зацвел. Красивый. Ну, они все из той же оперы, да, вот они все такие морковно-розового цвета. Красиво на белом фоне снега. Такой красивый цветок. Вот. Здесь он ярко-розовый зацветает, вот бутоны, да? Может, это другой? А, да, это другой, видите, здесь разные листики. Морковный здесь, светлый цвет и цветок, а здесь ярко-розовый. Здесь, скорее всего, разные листья. Ну, конечно. Ну и ладно. Здесь крупные, видите, листья крупные, и резьба такая другая. А здесь вот немножечко, хотя здесь, по-моему, три. Здесь один, вот, смотрите, здесь один. А это другой совсем листик, совсем другой листик. Это розовый будет, это морковный. Это, может, какой-то еще один будет. Тоже в водичке цветут этот. Мучиться, конечно. Ой, ой, в ушах зазвенело. Может быть, и не даст корешок. Потом выброшу его. Здесь пустился. Пустил в рост. Надо убрать. А может, и не надо. Он тянется к солнышку. Солнышку надо убрать его отсюда. Тянется. Листики такие вытянутые. А этот не прорастает. Хотя вот даст... Дает там листик тоже. Прорастет. Солнышка не хватает ему. Можно убрать его на другое окно. Сегодня Персик наблюдал за воронами. Вороны прилетели, сидели на проводах. Он за ними наблюдал. Говорю, Персик, плохо. Кино не показывает ему тут. Так бы у меня все цветами заставлено. Так бы хотя бы одно окно освободить, чтобы он сидел. Смотрел, как там ветер шевелит деревьями, проводами, веревочками. Да, ему и тут места мало, они маленькие эти подоконники, да, Персик? Да. Здесь я снова собираюсь шить, но как-то пасмурно, у меня настроение ноль, можно сказать. Из телевизора смотрю передачу, вот эти знакомые позвонили в Читу, показывают сказали, что этого Юрия Соломина, он вчера скончался, на 88 лет ему было, а это эфир от 23 апреля 18 года, хороший был человек, хороший был актер, в 18 году ему было 6 лет тому назад, 82 было. Который стал вашей судьбой. А, 8. Это 80. Ваша однокурсница Ольга Николаевна. 80. Ольга. Ну да, 82. Как вы ее встретили? 88. 88 лет прожил. Ой, вообще, царство ему небесное, земля будет ему пухом. Смотрите, какая красота, видите? Какая красота. Я любуюсь каждый день, смотрю на них. У нас так, очень красивый, красивый, такой, красивый. Смотрите, стоит. Разве это не чудесно? Красивые цветы. На каждом листике цветочек. И вот здесь вот на одной веточке здесь два будет цветочка. Вера Николаевна сказала, вот видите, какая красота. Этот такой больной весь. Этот подкормила, замиакулька, он так попёр, надо и снова полить. Водички много пьет, конечно, он огромный. Снежок пошел. Белый перецвел, но. Да, он больше не будет цвести, он перецвел. Он цветет в декабре, в конце, на Новый год, и... Ну, там вот эти дни, первые дни, а потом не цветет больше. Может быть, зацветет в июле. Или на мой день рождения зацветает.
У меня заказ. Заказали мне шить юбку и шторы. Заказали. Надо шить, достала машинку. Не знаю, буду, не буду, потому что настроения как такового нету. Абсолютно. Вот этот отрос растает. Наверное, сюда баночку поставлю, здесь не жарко. А туда поставлю что-нибудь другое. Вот декабрист туда поставили. Хотя от отопительных вот этих конвекторов убавишь, дома прохладно. А прибавишь, жарко. Вот видите, уже крышу сделали на доме. У соседей сильно завалился забор вообще конкретно. У меня еще стоит, слава богу. Шатает сильно эти деревья закутанные. Хочу уже весну, хочу все садить. Устала я что-то от зимы уже. Хотя зимы-то как таковой мало. Что там, ноябрь до декабря. И немножко января. Как-то. Оба-на, это что? Протек. Надо вытереть. Полила много. Декабрист полила много. Он протек. Заказать какой-то, я не хочу, кафе, стол, друзей созвать. Надо сейчас вытереть. Вот елочку еще не убираем, уберу на крещение. Крещение пройдет, и потом уберу. Потом еще будет китайский Новый год. Крещение пройдет и уберу. А так она не мешает, стоит красота. Щи сварила. Зажарила уже, укропчика положила сюда. Но, блин, плита. У меня вечный геморрой с плитой, потому что, ну, бежит через верху, там зажарка брызгала, придется сейчас почистить. Сварила гречневую кашу Джею. И буду делать голубцы. Сварила рис в пакетиках. У меня был такой длиннозерный пропаренный рис. Хороший рис такой, знаете. Вот. Вот это будет на голубцы. Уже я здесь капусту пропарила в микроволновке. Сейчас она остывает. И я это разделю на листики. Это моя капуста. Я с подвала, ну, выращивала свою капусту в саду. Это вот такой на голубцы. И еще вот один у меня... Почистила сегодня листики. И еще вот один останется. Он достаточно тугой такой. Ну, это тоже хорошо. Можно на голубцы. Но он тугой. И пойдет на салатики. Хороший. Можно будет там пюрешку сварить. Картофельную пюрешку. Сварить котлетки там или рыбку. И сделать салат со свежей капусты. Здесь у меня с Нового года остался один, этот, как он называется, перчик. Не смотрите на мои пальцы. Новые заклеила лейкопластырь уже. Но он все равно какой-то на разные стороны почему-то. Вот. И здесь потерла морковка. И петрушку потерла. Вот. Будет на зажарку. Так, рис. Сейчас я сюда фарш добавлю. У меня есть там куриный и курица плюс индейка. Добавлю сюда вот фарш. Сейчас маленько рис остынет. Это будет зажарка. Морковка и петрушка. Здесь вот у меня лук. Еще есть такой, который я на Новый год его подбивала блендером. Ну, он маленечко у меня тает. Я его добавлю сюда на зажарку. Кстати, знаете, очень хорошо его, он быстро схватывается. На любую зажарку там делать. Вот. Он быстро схватывается, быстро жарится. И, ну, и кусочками, не кусочками. Он такой есть такие вот малюсенькие. Совсем комбайн пробил. Маленькие. Ну и здесь пюре. Пюре и такой мелко-мелко комбайн пробил. Немножечко морковочки здесь. Зажарку сделала для супа вообще обалденно. Рис этот будет, ну, будет на завтрак что-нибудь. Или с яйцом сделаем, или сладенький такой. Я люблю, знаете, рис кушать с вареньем.
как кутя. Ну и с вареньем. Он хороший, хорошо сварился. Такой длиннозерный пропаренный рис. Иногда, ну, он хороший попадается. Длиннозерный, пропаренный, он вообще хороший. Так, накрою крышечкой. Надо протереть крышечку. И уберу его в холодильник. И у меня еще тут осталось, никто не ест бигос. Я, знаете, что хочу сделать? Я его нагрею. Просто никто не хочет уже съесть его. Я-то ем, мне нравится капуста тушеная. Вот. Ну, от нее живот маленько дует, но ничего страшного, такое вздутие. Ну, она же квашеная капуста, здесь картошка, здесь нету совсем, ну, мяса нету, то есть я, по-моему, делала на Рождество, на 7-е делала, на улице 12-е, она нормальная. Ну да, на 7-е, ага, на Рождество я делала. Ну, я попробовала, она и пахнет хорошо, и вкусная она, и вот в холодильнике, у нас холодильник новый, в нем хорошо вообще, может, месяц еда хранится, ничего с ней не бывает. Ну да ладно, я хочу ее подогреть, вот этот бигос, и взбить блендером, сделать такую кашицу, и завтра я налеплю вареников и заморожу. Поэтому переложу отсюда, переложу вот в такую кастрюльку микроволновку, от микроволновки, и сделаю. А перчик сюда порежу, еще на зажарку будет. Вот, а завтра пробью и сделаю вареники. Заморожу, будут в заморозке такие потом на обед брать. А вот в этой глиняной посуде, в форме, ну, кастрюльке буду делать голубцы. Мне очень нравятся голубцы, мне они такие по вкусу, как в русской печи сделанные. Вот сегодня такой день готовки, сегодня я не пошила. Хотела пошить. Бывает, запланируешь что-то делать, да, и потом уже, ну, как, то одно делаешь, то другое делаешь, и уже не получается запланированные дела делать. Опять циклон снега идет вон оттуда, вот, от Чукского тракта. Ну, сегодня на ночь передают минус 28, холода к нам пришли, морозы, снега, ветра. Ну, как, знаете, как в феврале такая погода, февральская, на улице январь, февральская погода. Вот. Такие дела. Сегодня весь день готовка. Сюда, отсюда переставила цветок, туда в зал поставила, там в зале солнышко побольше, здесь на этом окне солнышка как такового нету. Ни с какой стороны его нету. Такое западное окно. Ладно, пошла дальше дела делать. Маленечко отдохнула с вами, показала. Ну, особо нечего снимать. Рукодельное все снимать. Поэтому там посмотрим. Посмотрим потом, что делать дальше. Даже не вяжется настроение. Настроение какое-то с погодой связано. Какая погода, такое настроение. Абсолютно никакое.